Агата, скажите честно, пробовали уже сами дрифтануть где-нибудь? Да, давно. Да, о, давно? Классно. Это на каком, на детском электромобиле было? Ага. Понятно. Итак, что же подарил Гоча Чевчан Масата Кавабата после заезда в Японии на D1? Да, в прошлом году это было. Кидз Мараули, чача, русская водка, сулугуни, кедровые орехи или чурчхелу? Водку. Водку? А думаете, скромно? Водку? Не, ну саке тут и не предлагалось. Почему? Ну чача, да, ну... Классно, чача, чурчхела у нас была уже. А, принципе, но русской водки водка, еще водка не банально. Было. Водка, водка, водка слишком банальна. Тут такие названия. Может, орехи привез? Водка! Гол, Леон! Он это сделал в нужнейший момент! Лидер должен забивать! Примринг представляет. Великую мировую серию. Like no lady, lady, she ain't ready to have no baby, baby. She's always going out and living, living. She's up in the club again, cutting the rocks with a couple of stunners, 21 and above and dead. Big girls going wild. New white girls never been lazy, lazy. She grinds and hustles, baby, baby. She drives her own Mercedes, 80s. She's only 20 plus, she's an 80s, baby. She's hard to love and you can buy her the barber. She'll drink, get drunk, won't keep an amber.